диссидент и невозвращенец, цвет белорусской эмиграции, злобный суслик, Вадик Грэмбо-Галыгин на сцене Comedy Club! Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые телезрители. Даже не знаю, с чего начать. Начну так вот, красиво и коротко. Движение – это жизнь, поэтому сегодня предлагаю поговорить про средства передвижения. Под ваши аплодисменты. Привет всем! Сегодня я расскажу вам, как, на чем надо правильно передвигаться. И как то, на чем надо правильно передвигаться, было, собственно, придумано. Паровоз. Паровоз, сука, веселый. Наш паровоз, он бежит. Ну, весело же, да? До сих пор ученые спорят, где был придуман первый паровоз. В России или в Голландии. Однако старожилы утверждают, что первый паровоз был придуман в Питере на скамейке за парком. Карета. Карета, сука, красивая. Карету придумали французские пидорасы эпохи рококо. Телега. Телегу придумали кони. Чтоб не таскать на спине всяких пидорасов, у которых нет денег на карету. Молодые рококо были не против. Между прочим, и на телеге тоже можно спокойно сидеть и смотреть на жопу. Мопед. Мопед, сука, легендарный. Самые известные мопеды — это Верховина, Карпаты и Рига. Но был еще, сука, секретный мопед. Рига 22 на обогащенном наводе. Это был единственный мопед, двигатель которого на скорости 40 км в час, сука, светился в темноте. Ремонтируя такой мопед в гараже, академик Сахаров придумал водородную бомбу. Мотоцикл. Мотоцикл придумал милиционер Полищук, преследующий преступника на мотоцикле. Мотоцикл, сука, двухместный. Но мотоцикл с коляской автоматически становится 3, 4, 5, 6, а в деревне Осово Крупского района был зафиксирован случай, когда 36 односельчан на одном мотоцикле ехали в Литву за лисичками. Увидев это, литовский инженер Арунас Икарус придумал автобус. А что еще можно придумать, когда видишь, как 36 человек едут в сторону границы со скоростью автобуса? Икарус придумал автобус, а зайдя к соседу за самогоном, автобус с гармошкой. Автомобиль. Первый автомобиль был секретным. И назывался он «ВАЗ». Это не касается. Секретный, значит, все, это секретный. Он был собран там, где вековая лежала пыль. Воздушный шар. Воздушный шар, сука, впечатляет. Воздушный шар придумали индейцы, когда на мальчишнике вождя надели гондон на трубку мира. Индейцы также придумали экскаватор, машину времени и DVD, тупо напоив Жюль Верна чаем с грибами. Трактор. Трактор, сука, Беларусь. Трактор Беларусь был придуман в Литве. Но растамаживать было дешевле в Беларуси. Поэтому белорусы сперли трактор, и чтобы замести следы, назвали его Кировец. В честь Сталина. Как говорится, белорусы рискнули, а литовцы пока еще не заметили. Лифт. Лифт, сука, застрял. Лифт придумали ублюдки, чтобы было где ссать и плавить кнопки. Кнопки в лифте разные. Кнопку «Стоп» придумали, чтобы потрахаться с девушкой, а кнопку «Вызов», чтобы потрындеть с бабушкой. Лифт, помимо всего, еще и средство информации. Только в лифте можно узнать, что Цой жив, а Катя шлюха. Броневик. Броневик появился тогда, когда Ленину надоело выступать на мотоцикле. Броневик смастерили офицеры НКВД, заставив носорога сесть жопой на пулеметчика. А метро придумали милиционеры, чтоб круглый год, сука, зарабатывать деньги в тепле. Кстати, о деньгах.
Помните, чем больше денег, тем круче средства передвижения. Чем круче средства передвижения, тем круче тёлки на заднем сиденье. Но главное, чтобы потом у тёлок были нормальные, красивые, длинные средства передвижения. А там уже ноги в руки и поехали. Вадим Галыгин, специально для Comedy Club. Спасибо.